Hochgeachtete Frau Direktorin, sehr verehrte Damen, meine Herren. Уважаемый господа директор, уважаемые господа, дамы и господа присутствующие. Eine Russin und drei Russen haben wesentlichen Anteil daran, dass es unser Land, die Schweiz, heute in dieser Form gibt. Одна русская женщина и три русских мужчины внесли очень большой вклад в то, что сегодня существует страна, из которой прибыл господин Штюсе. Die Russin ist Kaiserin Maria Fedorovna. Это русская женщина Беатриса Мария Федоровна. Der erste der Russen ist Kaiser Paul. Первый из русских – это Павел, император. Der zweite ist sein Feldherr Alexander Suvorov. Второй мужчина из России – это его полководец Суворов. Und der dritte ist der Sohn von Paul und Maria Fedorovna, Kaiser Alexander. Третий – это сын Марии Федоровны и Павла, император Александр Первый. Aber konsekutive Übersetzungen sind ermüdend. Если мы сейчас будем переводить с немецкого на русский, это будет очень утомительно. Было решено, что сейчас я по помещению господина Штюсе его доклад прочитаю по-русски. Название доклада господина Штюсе «Что посеет человек, то и пожнет». Мария Федоровна, Павел I, Александр Суворов, Александр I и их значение для истории Швейцарии в этот самый трудный для страны период наполеоновских войн. История Швейцарии своими корнями восходит к средним векам. Сельские демократические общины кантонов Гларус и Аппенцель хранят свои традиции с тех времен и по сей день. Конфедерация, как независимое и нейтральное государство, де-факто существует со времен заключения Базельского мирного договора в конце 15 века, а де-юре со времен Вестфальского мира. Она обладает плена либертас, то есть полной независимостью. Сегодня Швейцария состоит из 26 кантонов. Ее устройство основано на идеях эпохи просвещения, американской и французской революции. Фланг Сангалина флейтовским пучком на зеленом фоне напоминает о том времени, когда слово «якобинец» было ярким партийным названием, а не просто историческим термином. Еще одним документом о рождении современной Швейцарии служит декларация, подписанная 20 ноября 2015 года представителями Австрии, Франции, Великобритании, Португалии, Пруссии и России. Требование формального признания вечного авторитета страны объяснялось предшествовавшими событиями. Нападение французов и 5 кровавых лет, которые затем последовали, потрясли Гельвецию. За дальнейшее относительное спокойствие пришлось заплатить временными территориальными потерями и отправкой молодых людей на службу Наполеону. Только эпохальный 1815 год завершил переход страны от раннего нового времени к современности. В течение 18 лет Швейцария и вокруг нее разыгрывались драматические события с участием важных швейцарских и не только швейцарских иностранных действующих лиц. Остались в истории Гельвеции и русские имена, среди них уже упомянутые. Без них Швейцария, как независимое государство, вряд ли смогла бы пережить этот период. А если бы его пережила, то вряд ли столь благополучно. Итак, в конце XVIII века Гельвеция подверглась нападению Франции. Сопротивление, оказанное мужчинами и женщинами, было героическим и нашло отклик в британском парламенте. В репортаже газеты «Таймс» о дебатах в Палате лордов говорилось: «Лорд Гренвилл восхищался энергией и доблестью швейцарцев, он видел угрожающую им опасность. Никто, кроме них самих, больше не мог озаботиться вопросами собственной безопасности». Это стремление пробудилось в сознании швейцарцев благодаря патриотизму и добродетели, верности идеалам свободы и любви к своей стране. Дело швейцарцев стало делом каждого англичанина, которого действительно беспокоили судьбы человечества. Народ Англии проявит свой исконный нрав и, подобно храбрым швейцарцам, с твердостью отразит жестокого врага, раздирающего Европу и угрожающего всему миру. Новости о борьбе швейцарцев попали в колонки американских газет. Эти рассказы были восприняты сочувствием, поскольку лишь меньшинство видело во французах освободителей. Вскоре под влиянием насилий и грабежей разочарование настигло и это меньшинство. Французские штыки показали, что Гельветическая республика – это просто сателлит Франции. Австрийский дипломат граф фон Кобенцель так описывает российскому канцлеру Безбородко возможные драматические последствия автора русских разногласий. Он говорит: «Все потеряно, и всю Европу постигнет судьба Италии и Швейцарии, если два императорских двора не примут совместных мер, чтобы удержать этих безумцев в своих пещерах». Оценка была верна.
Однако воинственной идеологии французской революции нельзя было противостоять только созданием военно-политических коалиций. Здесь были нужны другие силы. И такие другие силы пробудились. Известный ученый Иоганн Каспар Лафатер, пастор церкви Святого Петра в Цюрихе, написал члену французской директории Рюбелю открытое письмо. 100 тысяч вооруженных людей – не повод рассуждать о справедливости чего-то несправедливого. Вы, франки, приезжаете в Швейцарию разбойниками. Вы ведете войну против страны, которая никогда не причиняла вам вреда. Мария Федоровна и Павел I – его хорошо знали. Еще будучи великой княгиней и великим князем, они посетили Лафатера в Цюрихе. Священник вел переписку с ней на тему бессмертия. Он написал императрице: «Все, что можно и нельзя сказать о состоянии души после смерти, всегда будет основано на одном непреложном и универсальном принципе. Что посеет человек, то он и пожнет». Вряд ли бывает более верный, более простой и значимый принцип, которые можно было бы применить во всех случаях жизни. Франция посеяла свои семена в Гельвеции. Она вынудила свой сателлит заключить наступательный с ней союз. Главнокомандующий французскими войсками в Гельвеции Балтазар фон Шауенбург предоставил своим войскам карт-бланш на оргию изнасилований, убийств и поджогов, которая до сих пор является частью сознания жителей кантона Нидвальден. Идея была очевидна – сделать швейцарцев покорными с помощью террора. Вот вам и посев. А урожай уничтожил революционную правду французов. США им больше не верили. Как показывает текст доклада Конгресса в защиту законов об иностранцах, если утверждать, что политическая система Франции враждебна по отношению только к деспотическим и анархическим правительствам, и что форма нашей Конституции обеспечивает нам безопасность, то Швейцария, сначала разделенная и обезоруженная, а теперь терзаемая безжалостной властью, является собой пример последствий подобной доверчивости. Реакция России на деяния французов в Швейцарии совпадала с американской. Павел I был недоволен тем, что Наполеон Бонапарт во время своей египетской экспедиции напал на нейтральную Мальту и принудил магистра Гомпиша к капитуляции. Павел хотел помочь ордену, и он даже принял сан великого магистра. Столь необычный поступок на самом деле далеко не причуда. Он говорит о глубоком понимании того переломного периода, в который правитель должен определить стратегию развития своей империи. Изменилась и суть ведения войны. К тому, кто сейчас хотел победить, нужно было привлечь на свою сторону высокие идеалы духовности. Павел I и Суворов не вели кабинетных войн в стиле 18 века. Французской гражданской религии они противопоставили то, что могли. Послание к галатам из Евангелия, религию, право народов на самоопределение. Суворов понял, что такая война не окончится, пока в Париже не будет признано, что Франция – это мировой диктатор. Он раскритиковал своего коллегу эрцгерцога Карла, написав ему: «Что касается наших операций, Карл должен был не только отвлечь французов, но и захватить Швейцарию и с помощью тамошнего храброго народа, даровав ему свободу, сделать себя владыкой Рейна». Таким образом, он мог бы не только защитить истинные границы имперских государств, но и подойти к истинной цели – вратам Парижа. Эта критика была несправедливой. Австрийский генерал разделял взгляды русских и британцев, но его личное мнение не имело значения. Суворов обвинял не того. Победу упустили венские политики. Противоречие второй коалиции было вызвано неспособностью Вены, а именно канцлера-барона Франца де Пауля Тугута следовать верной стратегии Санкт-Петербурга и Лондона. Вена хотела завоевать итальянские государства и заключить соглашение с Францией. Тугут приказал герцогу Карлу уйти в Германию, чтобы держать под контролем нейтральных пруссаков, которые в его глазах являлись опасными соперниками. Так возникла ситуация, при которой римский Корсаков с небольшой русской армией и фон Хотце с оставшимися силами австрийцев не смогли заменить ушедшую из Швейцарии 100-тысячную армию герцога Карла. Ввиду сопротивления французов в кантонах Ури и Швиц, а также из-за очень плохих австрийских карт, Суворов не смог предотвратить победу французского главнокомандующего Андре Массена во второй битве при Цюрихе. Узнав Мотта-Талли о победе Массена и смерти Хотце, он повел свою армию через Прагель и Паникс, и этим подвигом пополнил ряды величайших полководцев мировой истории.
Им посвящаются до сих пор книги, музейные выставки, праздники, музыкальные композиции и пьесы. Суворов – это неотъемлемая часть исторической культуры не только России, но и Швейцарии, что подтверждает великолепный сборник Арнольда Шпеша. Операции Суворова вызывали интерес и восхищение у современников во всем мире. Из номера «Бермудской газеты» января 1800 года читатели узнали о том, что Суворов прибыл в Линдау. Там писалось: «Вчера фельдмаршал Суворов прибыл с армией 24 тысячи человек. Сам генерал, великий герцог Константин и весь их штаб разместились в этом городе». В конце года французские штыки овладели Швейцарией. Однако Суворов дал понять, что армии, несущие революционные гражданские идеалы, могут побеждаться, если противопоставить им ценности религии и суверенитета. Кроме того, стали очевидны неотъемлемые для России обстоятельства, одно из которых – подчинение Швейцарии Франции. И что же из этого вышло? Швейцария в буквальном смысле появилась на карте России. Большой атлас, в котором зафиксирован поход Суворова в Швейцарию, стал документом той эпохи. Что касается Швейцарии, то новый российский император придерживался той же позиции, что его предшественник. Он хотел, чтобы страна оставалась независимой. Поскольку усиление Франции и Австрии в результате разделения Швейцарии не соответствовало российским интересам. Александр думал о последствиях своих действий. Крестьянское влияние Юлиана фон Крюденера сочеталось со взглядами дипломата Иоанниса Каподистрия, высоко ценившего швейцарцев. Не менее способный и не менее гельветофильный преемник Каподистриса Пауль фон Крюденер действовал в том же направлении. Крюденер был сыном Юлианы, и Ангелика Кауфман, известная художница, увековечила молодую мать ее сына на своей картине. Авторитет учителя Александра I Лагарпа подкреплял эти благоприятные для Швейцарии настроения. Ни Британия, ни Пруссия не хотели укрепления позиций Австрии и Швейцарии. Даже король Франции Людовик XVIII попытался усилить свое влияние в стране, выходцы из которой защищали его брата во время революции. Личным достижением самого Александра I было и остается то, что он любезно и убедительно дал понять швейцарцам о независимости страны. Однако, по его мнению, неизменным должно было остаться установленное Наполеоном Бонапартом территориальное деление на 19 кантонов. Кроме того, три частично партнерских, частично союзных государства – Валлис, Нью-Шатель и Женева – были добавлены в качестве кантонов, в то время как территориально уменьшенный Берн был окружен епископством Базеля, по сути, нынешним кантоном Юра. Территориальное деление, которое дали стране два императора, Наполеон и Александр, сохранилось до сегодняшнего дня, с некоторыми изменениями на северо-западе страны. Границы Швейцарии с 1715 года остаются неизменными. С тех пор швейцарцы сами энергично отстаивают свой нейтралитет. Страна прошла долгий политический и военный путь. И все же русская женщина и трое мужчин, которые повлияли на судьбу Швейцарии в те неспокойные времена, не будут забыты. Их современник, поэт Еремиас Готхельф, написал вечные слова. «Среди стран Европы мы остались одни, но мы не отчаиваемся, так как это не наша вина, это Божья милость». Русские смогли добиться успеха, противопоставив идеологии Франции, ее гражданской религии, свое, христианскую религию и право народов на самоопределение. Скажите, в общем, по примеру господина Шпеша, сейчас господин Штюси хочет музею подарить еще одну книгу. Эта книга является сейчас редкостью, потому что ее уже больше не купить. Но о том, как популярна вот эта история в Швейцарии, говорит тот факт, что это пятое издание книги. «Weltgeschichte im Alpenland», то есть «История мира в альпийских горах», так называется эта книга.